И снова здравствуйте! Здравствуйте, мои удивительные, невероятные, светлые души! Я рада приветствовать каждого, кто зашел на мой канал, кто смотрит данный эфир. И с вами снова я, мистик, философ, поэт Татьяна Синдеева-Бурова. А данный эфир я посвящаю такой очень непростой, серьезной теме. Как поминать души, ушедшие в Царствие Небесное? Дело в том, что я, как мистик, имею такую возможность взаимодействовать с душами, которые уже в Царстве Небесном. Да, вот мистик как раз-таки и потому и мистик, потому что он может со всеми мирами взаимодействовать. Вот один из этих миров – это Царствие Небесное, мир непроявленный, где души ушедших наших близких находятся с Отцом Небесным. Так вот. Мы очень много совершаем с вами ошибок и не понимаем, как поминать наших близких людей и что делать. Многие делают такие дни, когда дни рождения были на земле этих людей, и начинают, также продолжают отмечать их дни рождения этих людей, которых уже нет. Людей нет, души есть, они в Царстве Небесном, но им начинают почему-то собирать с близких в дни рождения этих людей, которых у них уже дата совсем другая, у них дата смерти. День рождения – это всегда нужно запомнить для личности, которая живет на земле. Когда личность уже ушла с земли, не стала личности, и душа ушла в Царствие Небесное, то уже у этой личности другой день – дата смерти. И вот в дату смерти мы начинаем поминать и как раз взаимодействуем с душой, которая когда-то проживала в этой личности и которая сейчас находится с Отцом Небесным. Я, как мистик, очень много взаимодействовала с душами, которые ушли. И еще первое время, когда я дар этот принимала, очень много было взаимодействия у меня с душами, с бабушкой и с отцом с моим. Много, много было взаимодействий со свекровью, со свекром. И я не буду сейчас перечислять, с кем, но дело в том, что как нужно правильно вспоминать человека, которого уже нет на земле, и что нужно для этого делать. Раньше в старину всегда говорили так. Говори об ушедшем человеке либо что-то хорошее, либо вообще ничего не говори. И это все было правильно, но люди никогда не слушают старых людей, никогда не обращают внимания на то, что они говорят, никогда не хотят прислушиваться. И мы в том числе, когда я была молодая, тоже не понимала этой фразы, как это, что это, до тех пор, пока не стала вот так сильно взаимодействовать и пока не поняла, что же такое на самом деле, как этот мир устроен, и как мы все взаимодействуем, и как мы как большой единый организм. И что вообще происходит в этот момент, когда мы вспоминаем души ушедших людей. Так вот, запомните раз и навсегда. Люди, которые начинают вспоминать и говорить о душах людей, которые уже ушли плохо, запомните раз и навсегда.
Любой момент, что бы вы ни сказали, как только вы назвали имя человека, которого уже нет с вами, вы уже моментально начинаете с ним взаимодействовать. Моментально. Вы этого не знаете, вы этого не чувствуете, вы этого не понимаете, вы их не слышите, но вы моментально начинаете взаимодействовать. Запомните, для души расстояний и времени нет. У вас начинается моментальное взаимодействие. Говорите вы плохое, эта душа начинает у вас, вы начинаете в этот момент, в тот момент, когда вы говорите что-то плохое, вспоминаете плохие моменты, вспоминаете плохие события с этим человеком. Вот все, все слова, действия, все, что вы начинаете плохо вспоминать, вы теряете жизненную энергию. У вас забирается жизненная энергия. Почему? Потому что при взаимодействии начинаете плохо говорить об этом человеке бывшем, который жил на земле. Эта душа с вами начинает взаимодействовать, и она начинает с вами выяснять отношения. Те, которые она не смогла до конца с вами выяснить в тот момент, понимаете? Вы при жизни не успели с ним хорошие отношения построить. Было у вас что-то там плохое, какие-то были чипы или какие-то действия были неприятные, типа события, либо кто-то из вас там должен был деньги, либо кто-то что-то. Вот, и вы начали вспоминать об этом человеке, и все, у вас пошло моментальное взаимодействие. Вы это плохо говорите, душа рядом с вами, и начинает, она начинает быть в вашем информационном поле, в вашей ауре. Вы начинаете об этом говорить, говорите, вы-то не знаете, что эта душа уже здесь. Вы вспоминаете, говорите, говорите, а душа начинает вам объяснять или хочет помириться, или загладить эту ситуацию, или объяснить, почему он тогда делал, или хочет как-то эту ситуацию разрешить в лучшую сторону, но не может, потому что уже этой души нету тела, и он уже не в материальном, физическом проявленном мире. Но он хочет с вами этот конфликт решить или что-то. И получается так, что вы отдаете в этот момент свою энергию жизни. Вы теряете, вы начинаете заболевать. Вы даже не представляете и не подозреваете о том, что у вас в эти моменты уже в организме начинаются происходить нарушения со здоровьем. Да? Все именно так и происходит. Которую вы вспоминаете плохими словами, она пребывает рядом с вами и находится она рядом с вами за счет вашей энергии. Понимаете? И у вас получается, что вы теряете энергию при разговоре об этом человеке, которого уже нет, а души. И многие люди, они потом вот не понимают, почему они очень много времени болеют, что с ними происходит, а как вот все время он лечится, хочет лечиться, лечится, лечится. А он даже не понимает, что с ним та душа постоянно находится, которая хочет решить эту проблему. Но не может. И если бы вы простили бы эту душу и полюбили бы ее просто за то, что она была, независимо от того, что у вас был какой-то конфликт с ней, то вы не представляете, что если вы начнете, даже найдете три факта хороших об этом человеке, или даже не найдете хорошего, но просто представите, что эта душа была рождена, создана Отцом Небесным, но эти все поступки совершала просто личность необдуманная, не глупая, попавшаяся под влияние каких-то там действий делала, это личность, но не душа, а личность.
А личности, запомните, уже нету на Земле. Личности уже на Земле нет, она ушла. И личность ничего не может уже поменять. А приходит поменять, хочет душа. И если вы просто подумайте об этой душе, как о дите Божьем, о Отце Небесном, что Он создал ее и послал ее просто, а послал ее на землю делать дела, те, что она должна была сделать за это время. Но она просто сбилась, не душа сбилась с пути, а личность просто была. Не было ни образования, ни понимания, ни взаимодействий правильных не было, понимаете? Всякое же бывает. И если вы вот просто на эту душу посмотрите, как на создание Отца Небесного, и просто скажете, да, у этого человека была хорошая душа. И вы увидите, как эта душа, во-первых, она будет подниматься к Отцу Небесному. И за счет того, что она поднимается к Отцу Небесному и взаимодействует с Отцом Небесным, за ваши эти слова, которые вы будете произносить хорошие, будет вам даваться сила. Вот как это все работает. Вы даже не представляете, как все на самом деле просто и как все на самом деле непросто. Но если вы будете вот так понимать, то вы будете, если вы будете сдерживать себя, не сдерживать, что я не люблю этого человека, но сдержу, ничего не буду говорить, а в мыслях буду. Поверьте мне, что даже в мыслях вы крутите, вас слышат. Хранители слышат все наши мысли. Душа слышит все наши мысли. Отец Небесный слышит все наши мысли. И через душу это все передается, все наши мысли. Не надо сдерживать мысли, поступки. Надо перестать. Просто думать так, надо научиться думать по-другому. Надо душу полюбить, что бы вам этот человек не сделал в этой жизни. Как бы вам плохо не было в этой жизни с ним. Полюбите просто душу. И вы увидите, как вы перестанете болеть и чувствовать себя плохо. И у вас будет приходить приток энергии. Если вы ничего не можете сказать об этом человеке хорошего, ничего не говорите, ну и не думайте об этом вообще, просто не думайте, перестаньте думать. Но, как правило, у нас очень много людей, которые вообще, вот человек был хороший, добрый, порядочный, все у него там было хорошо, но было 2-3 каких-то случая в жизни, которые вот запомнились нам навсегда в памяти, отложились. И мы будем вот мусолить, это говорить, и все время ему перемывать все его части тела. Вот, ну, вот у нас такая есть манера у людей, и мы вот все время, вот уже нет этого человека, а мы все про него говорим. Вот посмотрите, даже в интернете эти певцы уходят, актеры уходят. Ну, мало ли, какая у них там жизнь была и что у них там было. Ну, вот люди, вот прям до каждой части тела до их привяжутся и будут говорить. Но не понимают, что вот в эти моменты они делают хуже намного себе. Тем душам тоже очень плохо, поверьте мне. Очень плохо. То, что мы говорим о них, и не только мы, а еще и многие другие, им очень плохо. Они не могут подняться к Отцу Небесному. Они здесь все время пребывают, потому что они хотят решить эти проблемы. Мало того, что они пребывают, но они от кого питаются энергией? Они же от нас же питаются энергией. Мы должны понять, что мы есть один большой единый организм. И наши души все время взаимодействуют и с теми душами, которых уже нету. Мир наш, проявленный от того, что мы видим его, он не есть такой, какой мы видим. Мы видим только то, что мы можем видеть. Но очень многое, не очень многое, а все остальное, их много не проявлено. Проявленный мир только один, а непроявленных миров очень много.
И представьте себе, что так или иначе мы все взаимодействуем с этими мирами. Да, просто вы не имеете этот дар их слышать, эти миры, но вы взаимодействуете, какие-то вещи делаете. Очень много. Много очень людей, которые всегда взаимодействуют с какими-либо мирами. И поэтому у них очень большие проблемы. И даже очень многие люди взаимодействуют с миром душ, которые ушли в Царствие Небесное. А как взаимодействовать? Это постоянно, когда говорят о них, об этих людях. Об этих людях, которых уже нет. Но, получается, трогают эти души. И постоянно говорят. И теряют при этом свою жизненную энергию. И энергию как теряют? Через болезнь. А потому что, что происходит? Потому что происходит в тот момент, когда мы говорим об этих людях, эти души взаимодействуют, и идет вот такой у нас взаимообмен. Те души, поверьте мне, они тоже желают жить. Когда они здесь находятся рядом с нами, им нужна жизненная энергия. А берут они в тот момент, когда вы говорите негативные вещи, от вас ее. Как только вы говорите хорошее, то тогда Отец Небесный дает жизненную энергию душе, и душа при ее упоминании хорошего начинает с вами делиться, потому что вы взаимодействуете уже в другом поле, противоположном, именно в положительном. Поэтому раньше, древние, старые времена, и эта поговорка оттуда пришла, или это выражение, что о покойниках либо хорошо, либо ничего. Запомните это раз и навсегда. Идете на могилу поминать, попроведать своих близких. Вспоминайте только хорошие истории. И вы увидите, как вам всегда будет хорошо. Вам хорошо будет и легче всегда, и намного легче, потому что эта душа, взаимодействуя с вами, она как раз-таки вас будет же еще и спасать. Вас будет еще и помогать. Вам будет помогать. Вы даже не можете себе представить, как души хотят нам помочь. Как они нас любят. Особенно близкие, род наш. Очень-очень они приходят, и они хотят нам помочь. Я об этом тоже буду говорить. И от незнакомых людей вообще лучше никогда не трогайте. Не трогайте и ничего не говорите. Что там было, как там было, это не наше дело. Было и было. Сами они, душа уже там, личности уже нету. Единственное, что вы можете делать, это молиться и просить Отца Небесного, чтобы Он снял эти все земные грехи и дал Царствие Небесное. Вот все, что вы можете делать. Все, что нужно делать. И за это вам будет даваться сила. И за это вам будет душа благодарна и давать вам еще жизненной энергии. Вот так вот все, милые мои, хорошие, невероятные, светлые души, все работает. Запомните раз и навсегда. Мы есть один большой единый организм мира проявленного и миров непроявленных. Но мы все взаимодействуем. И очень быстро. И очень бывает, что с отрицательными последствиями. Но вы даже не знаете, откуда это все приходит и от чего у вас произошли какие-то проблемы. И почему у вас то давление, то энергии нету, то еще что-то, что еще что-то. Попробуйте с сегодняшнего дня научиться жить по-другому и смотреть на этот момент по-другому. Попробуйте вспоминать своих близких ушедших людей только добрыми, славными,
хорошими словами. Попробуйте, начните прямо с сегодняшнего дня. Повспоминайте их и скажите, вот кто-то был такой вот там умный, кто-то был такой талантливый, кто-то был такой там рукодельный, кто-то был еще что-то музыкальный. У всех душ, у всех личностей, которые уже ушли, были какие-то хорошие качества. Все равно были. И можно их найти. И если вы хотите, чтобы их жизнь, чтобы их души отправились к Отцу Небесному, поднялись к Отцу Небесному и были рядышком с ними, и если вы хотите, чтобы ваше тело было здоровым и жило в еще долгие-долгие годы, то научитесь это делать прямо сегодня. Поминайте своих близких только добрыми, хорошими словами. А с вами была я, мистик, философ, поэт Татьяна Синдеева-Бурова. И до новых встреч, друзья! Пусть Отец Небесный вас оберегает, и пусть хранители вам всегда помогают. Я вас